Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Гармонійний розвиток особистості – це робота над собою в усіх напрямках. Це розвиток душі та тіла. І, звичайно, для того, щоб бути гармонійною людиною, потрібно знайти саме свій шлях. І допоможе нам у цьому гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Людмила Камишан, керівниця Центру здоров'я та розвитку людини, психологиня і коуч. Дуже рада бачити вас, пані Людмила. Насправді, завжди хочеться, щоб людина могла розвиватись і вдосконалюватись гармонійно. Тобто не лише щось одне, не лише на чомусь сконцентруватись, а так, щоб було користь якомога більше направлень, так? Обрати для себе. Тож, заняття йогою. Що вони дають людині і на що вони спрямовані? Здравствуйте, дорогі зрителі. Наш центр создан уже 10 лет как в нашем городе. И все, что у нас происходит внутри, чем он наполнен, это направлено на развитие человека, всестороннее, как вы сказали, совершенно верно. И если смотреть в разрезе йоги, с чего мы начинали, это было несколько залов, где проходили тренировки по йоге. И у нас был один стиль йоги. И тогда многие сами не понимали, что йога имеет гораздо широкое, более широкое значение, чем все думали, что это просто физическая тренировка. Угу. Если копнуть глубже, то йога касается абсолютно каждой сферы нашей жизни. Потому что йога – это и есть жизнь, а жизнь – это и есть йога. Так, ну це вже дуже цікаво. Бо хочеться насправді тепер більше дізнатися, що ж таке йога. Насправді, як мені раніше здавалося, це така концентрація людини, і водночас вона може і розслабитись. Так? Тобто вона знає, як себе почувати, знає, як правильно дихати, і вміє вдосконалюватись. Тобто вдосконалює тіло через душу, через духовний розвиток. Ось десь приблизно так. Але якщо це стосується усіх сфер її життя, то, мабуть, поняття йоги ширше. Так. В чому тоді воно заключається? Ну, ви якраз почали з того, що всестороннє розвиття людини, а річ йде тоді о цілісній лічності. А цілісна лічність – це у якої все з'єднано як єдиний механізм. Це його мислення, це його состояние внутрішнє і його фізичне тіло. І якщо ми говоримо о йогі, которая проходит у нас в центре «Орион», как большой пласт предоставляемых нами возможностей для каждого жителя города, то тогда мы говорим о том, что человек, придя на занятия, он может, кроме того, что поправить свое физическое тело, он приходит к гармоничному состоянию внутри, он абсолютно может расслабиться после напряженного дня или с утра перед тем, как идти на работу. И у нас представлено очень много стилей йоги. Каждый выбирает себе по душе. И каждый стиль йоги несет что-то свою, какую-то изюминку. Где-то отстраивается очень хорошо само тело, асаны, в определенных последовательностях, где-то больше люди дышат, где-то идут тренировки в статике, у кого-то из тренеров идут тренировки даже кундалини-йоги у нас, и кундалини-йога у нас есть, и там совершенно другие подходы. То есть линейка предоставляет... Багато, я вже зрозуміла, що насправді таких різновидів йоги, самої йоги навіть, їх багато, так? А зараз люди от на карантині, і насправді дуже важко знайти можливість позайматися, наприклад, на природі, так? Якщо немає у вас ділянки якоїсь, так? Тобто ти ж не вийдеш десь в парк, немає такої можливості. Якщо людина знаходиться у себе вдома, має просто звичайний килимок для занять спортом. Чи цього їй досить? І достатньо для того, щоб бути гармонійною особистістю? Зараз настільки багато пропозицій, коли ми можемо онлайн отримати будь-яку консультацію, будь-які заняття, пропонуємо у нас в сіті. Сразу, когда
получилась такая ситуация, что люди перестали иметь возможность к нам приходить, мы включились в этот процесс. И если вы подпишетесь на страницу «Центр Орион», то тогда вы увидите, что у вас есть безграничные возможности заниматься каждый день. Ну, це ж безкоштовно, так, я розумію. Абсолютно. Що, якщо людина може безкоштовно займатися будь-яким видом спорту зараз, він може займатися йогою, так, будь-яке навантаження мати, вона насправді не втрачає своєї фізичної форми і вона може продовжувати свої заняття. Якщо це, наприклад, вперше, і людина ще не знає, як же її обрати для себе, чи той вид йоги це буде, чи інший, чи, можливо, взагалі з чогось починати зовсім не з йоги, наприклад, так? То якими можуть бути ваші рекомендації? Нужно пробувати. Так, все спробувати, потрошки. В течение дня в нашому центрі проходять тренировки. Ви можете прийти і знайти те, що вам потрібно. А лучше онлайн, всего... так? Онлайн можна зараз подивитись. Онлайн. Так, да, тобто онлайн. Щось для себе обрати. Я маю на увазі взагалі, щоб людина розуміла, вообще? Що ж їй підходить. Конечно. Може, хтось хоче вдосконалювати своє тіло, лише тіло. Так? Чи не буває такого з точки зору йоги? Этот вопрос задавали всі, хто приходив 10 років назад к нам на тренировки по йогі. Дзвінки звучали приблизительно так. У вас вот просто йога. Или что-то там такое, что я не хочу в чем-то участвовать. И люди, сами того не понимая, занимаясь йогой, получали много побочных эффектов. Потому что как прийти к осознанности, которая так сегодня нужна миру? Можно, ответ на этот вопрос можно предоставить различными методами. Можно идти через мышление, можно идти через наработку внутреннего состояния, связанного с мышлением, а можно идти через физическое тело. Так. И физическое тело, оно абсолютно показывает все о человеке. То есть это тот самый большой пласт, хранилище наших всех состояний, всех наших травм, драм, трагедий в жизни, которые сразу выдает человека. Поэтому наше тело, оно очень осознанно. И оно должно всегда... понимать, что с ним работают. Человек, почему так сейчас нужно работать с телом? Потому что человек, который двигается, он абсолютно делает подвижным все суставы. Его тело всегда в форме. Очень много эмоций и блоков, которые так называют психологи. Но на самом деле это просто зажимы, которые образуются вследствие того, что человек либо не двигается, либо он много переживает, много стрессов сейчас у нас. А що, кажуть, от насправді, що за допомогою йоги можна зняти дуже багато навантажень. Ну, і мається на увазі взагалі навантаження, які є, психологічного характеру. Тобто це, наприклад, якщо людина трошки зігнута, коли вона сидить увесь час і працює, так, то у неї починає спина згинатись, вона не може розрівнятись, не може ходити рівно, і взагалі дуже багато таких зажимів, які тілесно орієнтовані, але вони пов'язані з психологічним навантаженням. І от насправді кажуть, що йога багато чого може дати в цьому напрямку. Ну і взагалі будь-який спорт він дає, да, так? Да. Але якщо людина приходить так чи інше, так чи інакше до того, якого виду, який вона собі обрала, то, звісно ж, вона буде себе почувати вже краще, вона буде розуміти, що вона сама туди прийшла. Не хтось направив, але можливо бути і так, що хтось направив і добре, і для вас, і для тих, кому ви повірили, так? Кого почув. З приводу самої йоги, це філософія більше чи ні? Это трудно разделять, потому что йога, она требует дисциплины ума, она требует прилежания, и поэтому человек сразу закрывает несколько пластов своего существования. Он становится более концентрированным, он становится дисциплинированным, потому что ум, он хитрый, он всегда подскажет, что да не надо тебе сегодня идти, посмотри, на улице дождь. У нас сразу катастрофа в городе, такси не ездят, клиенты могут не приезжать, когда идет там первый снег или первый дождь. Да взагалі, это же стихийное явище. Да, снег или дождь, да. Вот, поэтому йога требует прилежания. У нас есть клиенты, которые приходят к нам с первого нашего дня открытия, они до сих пор занимаются, и
На базе йогических подходов у нас в центре разработано очень много программ, в том числе это реабилитационные программы. Вы сказали как раз о уже изменениях, которые необходимо корректировать. То есть изогнута спина, вы сказали, да, это остеохондроз. И что нам говорят врачи? Врачи нам говорят о том, что, например, вы пойдите на массаж, да? Но ничего не меняется, потому что массаж, он только разгоняет вот эти все блоки. Вот. И для этого у нас разработаны, мы открыли, чем мы очень гордимся, центр прикладной кинезиологии, во главе стоит профессор. Во главе каждого направления йоги стоят сертифицированные тренера с такими сертификатами, которые мы там ждем из Индии по 2 года. А є, до речі, у вас представники йоги з інших країн? Ну, я маю на увазі взагалі ті, які несуть саму культуру йоги. У нас сейчас, мы давно уже сотрудничаем с доктором, который из Индии, доктор Аюрведы. Он у нас проводил, кстати, онлайн 7 часов каждый день, весь карантин йогу онлайн. На Орионе, на странице Ориона мы там выкладывали ссылки. Так вот, я хочу сказать, что ну, мы представляем и йогу Ингара, мы представляем и йогу Шивананда, мы представляем шакти, кундалини-йогу, хатха-йогу, что является таким самым распространенным. И на базе нашего кинезио-центра созданы реабилитационные программы. Это программа, которой мы тоже очень гордимся, OptiMove, оптимальное движение. Это осознанное движение. То есть, когда мы говорим об осознанности, да, то это осознанное тело и осознанное его движение. Пані Людмила, скажите, так. Вот, если, например, людина сама понимает, что у нее есть какие-то проблемы, так. И хочет самотужки покращити свой стан здоровья, чи може вона сама вдома, займаючись, ну, нікуди не, ні до вас, ні в будь-який інший центр, вона не хоче ходити, наприклад, так, а хоче все це зробити сама, вдома. Чи є такі можливості, чи є такі рекомендації від фахівців? Чи можна щось виправити в своєму житті, якщо ти хочеш це і зробити, але ти хочеш зробити це сам? Если человек достаточно осознан, и он сможет посмотреть рекомендации онлайн, как сейчас это возможно, стало возможным, то тогда главное себе не навредить. Понимаете, в йоге, в любом подходе, который касается какой-то помощи человеку, есть такой самый главный призыв – не навредить. Поэтому человек может сам себе, может быть, выполнить что-то не так, как это правильно. Поэтому лучше всего прийти, там, ну, получить несколько уроков, консультацию отримати, получить консультацию кинезиолога или подойти на персональную консультацию, если он совсем не хочет никуда ходить, и потом заниматься и дома. И потом самому уже вырешивать такие питания. Обязательно наши тренера дают домой домашние задания. Вот. И то есть дома это обязательно треба робити, так? Дома надо заниматься. Но я хочу сказать, дорогие зрители, если вы не занимаетесь йогой, если вы не занимаетесь никакой гимнастикой, возьмите себе пару любимых упражнений, пару совсем простых упражнений. Вы можете просто ходить, вы можете просто много смеяться, когда ваше дыхание и ваши легкие наполняются от такого хорошего смеха на полную воздухом. Вы можете дышать, так как вы можете дышать глубоко, дышите свежим воздухом, много ходите. То есть нужно просто двигаться, не сидеть. Вот знаете, зараз так много людей сидят, и, да. До речи, может, как-то уже начали трошки выходить, но когда погода покращилась, была гірша погода, и люди сидели дома, на улицах майже никого можно было не встретить. Так, зараз уже начинают выходить. И на самом деле это очень плохо, потому что людина должна иметь рух, вона повинна ходити, виходити, спілкуватись і так далі, і так далі. Звичайно, зараз спілкуватись важко. Ніхто не хоче наражатись на небезпеку, і, звісно, це не потрібно робити. Але хоча б виходити, так, прогулюватись, можливо, трошки там, біля вашого будинку там, чи по вулиці навіть. Так? В якийсь час, ну не знаю, може зранку, коли нікого немає, чи пізно ввечері. Да, мені якраз дзвонила одна наша гостя, часто в Оріоні, і говорить, що вона стала очень страдать, потому что она ходила 8 километров каждый день, а теперь перестала. Ну что же, если человек находится в возрасте риска, да, я говорю... Ризик – это после 65, так? Будем называть таким цей вік.
Да. Сейчас по-разному этот возраст называют, но если человек себя считает в таком диапазоне риска, то тогда я ей посоветовала, говорю, вы, ну, ходите по квартире, откройте окно и просто ходите это время по квартире, ну, что-то делайте. Откройте любое упражнение, сядьте, подышите. Нельзя, просто нельзя сидеть, потому что мы, когда сидим, хорошая метафора. Смотрите, мы приехали за город в самоизоляцию, и у нас за городом в одном из помещений с мужем, и в одном из помещений потек кран. Я думала, что что-то лопнуло, что-то треснуло. Муж говорит, ну что ты хочешь, если это просто пересохли и перемерзли резинки за зиму, да? Если мы не пользовались этой водой, да, если не текло ничего, точно так же, если мы не пользуемся своими суставами, то тогда все то же самое, что организм с краном. Организм подумает, что нам не потрібно так багато рухатись. И потом остеохондроз, а что такое отложение солей? На самом деле вы не увидите там никаких солей. Это просто то, что наподобие той резинки, которая в кране пересохла. А чи можно якимось допоміжними засобами керуватись и взять, например, не знаю, там, пляшки с водой, взять якусь там, не знаю, что у вас есть, швабра. Швабра. Так, и користуватися, и просто робити якісь вправи вдома, якщо немає нічого. Отличная. Швабра – это вообще супер инструмент. И, кстати, профессор и руководитель Центра прикладной кинезиологии на нашей программе OptiMove, оптимальное движение, которое мы не успели запустить 24 марта, и после карантина мы ее запустим сразу. У нас есть там такие занятия с палочками. Возьмите швабру в качестве палочки. Если вы даже просто туда-сюда, или впереди тело, или сзади тело, или вот что-то поделаете с палочкой. Ну, я знаю, все помнят упражнения из школы, да, с палочками. И, кстати, мы даем домашнее задание в этой программе с обыкновенными теннисными мячиками. Вы можете мячиками раскатывать просто стопы. Вот мячик раскатывать, стопы свои массировать. Знаете, сколько там всех центров, да? Вы можете под ягодицы положить, там, где вот, там есть такая болевая точка, и тоже раскатывать мячиком. Вы можете раскатывать в районе лопаток мячиком рядом с позвоночником. Ну так, чтобы это было не больно и на грани комфорта, выход за рамки. Я так думаю, что наши глядачі обов'язково скористаються тими методами, які ви порекомендували. Звісно ж, потрібно дбати про себе, дбати про свій фізичний стан. Так, ну, звичайно, він пов'язаний з нашим духовним станом також. Обов'язково для того, щоб просто бути здоровою, гармонійною людиною, щоб дбати не лише про себе потім, врешті-решт, а й про своїх близьких. Дуже дякую вам, пані Людмила, що прийшли до нашої студії. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.